Дорогие друзья, мне очень тяжело говорить, вы сами понимаете. 7 лет мне было, когда меня разлучили насильственно с моими родителями. И вот теперь я нашла место, где похоронена моя мама. С тысячами других жертв она лежит. Соловецким этапом ее сюда привезли. И я не случайно сказала слово «лежит». Они не похоронены здесь, они зверски убиты и брошены в ямы. И хотели забыть эту память, хотели потерять это место. Но правда всегда торжествует, и злое дело обычно наказуемо. У нас, правда, нельзя сказать, что наказуемо, но место найдено. И я хочу просто сказать, что не должны забывать никто. Я не случайно сюда приехала со своим внуком, потому что молодые наши должны это знать, помнить и не дать повториться. И еще я хочу сказать слова благодарности и всем людям, и нашему петербургскому мемориалу, и здешнему, и всем здешним властям, потому что то, что здесь сделано, и то, что вот все построено, и часовня, и весь мемориал, это для нас, для родственников, это просто, ну, большая награда, что ли, я не знаю даже, как это назвать. Большое всем спасибо.